Подождите минуту. Здесь человеку плохо. Первую помощь оказываем. Давай, поднимайся. Быстрее, время! Кто его заказал? Кто заказал, говорю? Не знаю. Я тебя сейчас пустил. Что ли я делаю? Давай. А что? Что происходит? Давай. Потом. В общем, это администратор Шанина Полякова позвонила дежурному по району и сказала, что в их хостеле поселился человек, очень похожий на Атапин. Дежурный перезвонил нам. Прикинь, повезло. Сплюнь. А если это не он? Обижаешь. Я же сразу с девушкой связался и фотографию Атапина по электроночке ей отправил. Она его опознала. Сам-то фото хорошо рассмотрел? Ну, конечно. Стоишь на стреме. Что такое? Что случилось? Кто это сделал? В окно, Аннушка. Что случилось? Напали на нас. Их было двое. В окно шли. Ребят, сюда! Быстро все! Ты можешь мне вообще объяснить, кто ты вообще такой? Сейчас мы доедем, я вам все объясню. И вы мне заодно все объясните. Я? Куда мы едем? Мне домой надо! Вам что, мало от того, что с вами произошло в аэропорту? Вы хотите умереть в собственной постели? Вы не поняли все, что вас хотят устранить. Меня устранить? Кто? За что? Вот вы мне сейчас все и расскажете. Я ничего не знаю. Вы меня простите, конечно, нехорошо о таких вещах при посторонних людях говорить, но из-за ничего не убивают. Так, все. Давай останови машину. Машину, говорю, останови. Здесь он живет. Знаете, он мне сразу каким-то подозрительным показался. А почему вы поселили его без паспорта? По закону, при заселении вы обязаны проверить документы и снять с них копии. Или вы об этом не знали? Знаю, конечно, но я же сама вам позвонила. Позвонили. Да. Леонид Михайлович, я нашел его. Кого? Атапина. Он в Энске, в хостеле. Представляете, заселился под вашей фамилией. Совсем страх потерял. Так, теперь главное, будь осторожен, не упусти его. Он в номере? Нет, он не в номере. Понял. Так, я звоню начальнику Энского ОВД. Пусть людей высылает. Адрес диктуй. Адрес. Мой? Нина. Ой, простите, Гоголя 7. Гоголя 7. Только скажи начальнику, чтобы без спецэффектов. Атапин парень осторожный. Сейчас осторожный вдвойне. Заподозрит чего? Уйдет. Поэтому без мигалок, без сирен. Тихо подъехали, встали в начале улицы, сидят в машине, ждут меня. Ты мне прям урок сейчас преподал. Все ясно. Давай. Так, и теперь с тобой. Когда он вернется, спокойно отдала ему ключи и позвонила мне. Я? Ключевое слово в этом во всем – спокойно. Ясно? А он не опасен? Для вас нет. Борис Евгеньевич? Здравствуйте, я не поздно? Ну что вы, Аннушка, что-то случилось? Мне бы с вами поговорить срочно. А вы уже уехали из клиники? Да, я дома. А я как раз еду домой, могу заехать к вам, если не возражаете. О, это было бы замечательно. Спасибо вам огромное. Как же я не заметила. Останови машину. Давай, выходи, рассказывай. Кто мне хочет убить? За что? Мужики, вас ждать? Вы расплатите и разбирайте сколько хотите. Спасибо большое, сейчас мы не поедем. Давай. Я Александр Атапин. Помните, вы мне купили партию стройматериалов? Ну? Так это из-за тебя, сволочь, меня менты под опросом затаскали, да? Потом мне морду набьете. Давайте сходим в кафе, я вам все объясню. Наши. Пошли. Знакомьтесь, парни, майор Попов, Алексей Юрьевич. Он будет командовать операцией. Здравствуйте. Здравия желаю. Смотрите, вот наш объект. Хостел занимает 2 этажа здания. Запасного выхода на этажах нет. Позади здания пожарная лестница с выходом на чердак. Его номер на 2-м этаже, 1-й справа. Когда он зайдет, 1 человек становится на улице, 1 на входе, 1 под окнами. Если он решит выпрыгнуть. Значит, 2 на 2-м этаже на лестнице, чтобы не рванул наверх. 1 в холле, и 2 берут его в номере. Соображаешь. Не первый раз замужем. Да. Мы с ними не такие дела заваливали. Кость, берешь 1 человека и на 2-й этаж. За вами лестница и выход на чердак. Работаем. Есть. Мы сидим как мыши. Действуем по команде майора. Сидим и ждем. Мыши. Давид Левонович, я вам без экспертизы скажу, что здесь содержится, скорее всего, какой-то препарат, который вызывает остановку сердца. У вас бы просто диагностировали паралич сердечной мышцы или кровоизлияние. Другими словами, внезапная естественная смерть. Да кому надо меня убивать? А вы подумайте. Подумайте. Тебе это зачем? Я вам уже битый час пытаюсь объяснить, что меня подставили, так же, как и вас. Только я в розыске, а вы пока только свидетели. В фуре, которую вы прислали, обнаружили огромную партию наркотиков. Если не вы получатель, то кто? Детьми клянусь. Никаких наркотиков я не заказывал. Я стройматериалами торгую, понимаешь? Мне на хлеб хватает. Я верю, что вам хватает на хлеб. Вас просто подставили. Вас использовали как прикрытие. Сейчас вы стали не нужны, вас пытались убить. Скажите, кто? Я не знаю. Может, ты хороший человек, но я не могу. Понимаешь? У меня семья, жена, сын, дочь. Я понимаю, понимаю. Ну вот как? Как можно было так облажаться? Жалко, что тебе башку не снесли. Говори. Нет его на хате. И не было, походу. И баба его с детьми не вернулась. А ты понимаешь, что теперь будет? Давид Риница в ментовку и сдаст нас всех с потрохами. Что теперь делать? Что теперь делать? Ну, здесь ловить точно нечего. Вали в Стропино. Тебе сегодня есть чем заняться. А мы куда? Я домой, а ты ищи мне Чконию. Да где я его буду искать? Он наверняка… А меня не волнует. Все нычки его перерой, но найди. Может, ты действительно прав. И Лаврик хочет меня убрать. Кто такой Лаврик? Петр Сергеевич Лавриненко, теневой хозяин города. Против него что ты, что я. Это мы еще поглядим, кто кого. Ладно, хорошо, давайте сделаем так. Вы ему сейчас позвоните и скажете, что, мол, я прилетел, Сижу здесь в кафе. Пусть присылает своих ребят. У них же наверняка еще шприцы имеются. Или, может, сами справитесь? Очень смешно. Что ты предлагаешь? Я предлагаю поехать в хостел, где я остановился. Там точно вас никто искать не будет. И обсудить, что мы можем сделать. Молодой человек, принесите нам счет. Минутку. Кажется, подъехал. Парни приготовились. Ну что там такое? Не суетимся. Наверное, расплачивается. Все, шеф, давай выходим. Ой, ручку дай, пожалуйста, мне. Оп, стоим, давай. Да. Так, дома еще выпить, я думаю. Да, давай. Мы прибыли, держись, да? Держись. Да твою ж дивизию, черт! Всем отбой. Отбой принято. Но с чего вы вообще взяли, что он пациент? Может быть, подсобный рабочий или дворник? У него такое лицо болезненное. Я сначала по видениям не понимала, почему. А когда в действительности увидела, поняла, это лицо наркомана. Много вы наркоманов видели в жизни? Ну, я какой-никакой, а врач. Ну, хорошо. Ну, по вашему описанию, я не могу назвать, кто это может быть из больных. Но завтра вы можете прийти в клинику и сами посмотреть на пациентов. Я скажу Эльвире, она покажет всех, кому разрешены прогулки. Угу. За ним санитары гнались. Они-то должны знать, кого они преследовали. Я постараюсь узнать с утра. А можно мне просто водички? Да, конечно. Ну вот, здесь всяко получше будет, чем в твоем хостеле. Да, попросторней. А что, здесь никто не живет? Я недавно купил для дочки. Мало ли, что со мной случиться может. А девочка вырастет, ей приданое будет. Я тут недавно ремонт закончил. Я тоже недавно квартиру купил, ремонт сделал. И жениться собираюсь, и свадьба скоро. А тут такой вот переплет. Невеста знает, что ты в розыске? Знает. А еще знает, что я ни в чем не виноват. Значит, у вас все по-настоящему. Я тоже свою жену люблю. И детей люблю. Ради них живу. Лучше бы я с ними это лет провел. Жизнь, оказывается, вот так. В один момент закончиться может. И проститься не успеешь. Никто не звонил? Нет. Я тебя оладушки пожарила. Будешь? Леш. Вот начальство. Да, Леонид Михайлович. Ну, давай хвастайся. Взяли Атапина? Нет. Дежурили всю ночь. В хостел он так и не вернулся. Черт. Я еще могу чай сделать. Хочешь? Опять облом. Типа того. Даже он перед коллегами неудобно. Тогда я первая слушаю, а потом ты. Иди. Я не тебе. Слушай, а он что-то оставил номер, зачем ему нужно вернуться? Куртку. Только куртку. Охренительно день начинается. Ладно. Отпускай группу захвата и наблюдение оставь. Да. А мне-то что делать? Шкони нет, Атапин сорвался. Ну, возвращайся. Чего там зря торчать? Нормально. Все. Сволочь. Ира, дочь, ты что, в душе, что ли? Ирка, мне ж на работу надо. Ну чего, перед пацанами извинись. Да все в порядке. А Нарушку пока не отпускай, пусть останутся. Сделаем. Виктора Ивановича. Оно хоть настоящее? Липа, но качественное. Как только зайдем на территорию спецстоянки, охрана заберет документы. А делать мне там что? Ну приехали, твои пацаны фуру оседлали. А я там что в это время? Сейчас на место приедем, и тебе главный все объяснит. Я думал, ты главный. Ну, в этом деле главных как грязи. Туз, Лаврик, еще мое начальство, которое ты фуру сцапало. Поэтому будем действовать по обстоятельствам. Здоровее будем. Ага, будем. Я Стропина не очень знаю. Это ты к чему? Ну, а вдруг? Водить придется. Городишко маленький. Как бы он нас не срисовал. Зачем нам его водить? Езжай прямо на спецстоянку, там выберем места в партере, дождемся, когда соберутся актеры. Будем наслаждаться зрелищем. Хорошо. Эльвира, раз и навсегда, пациента Кусаренко у нас нет и никогда не было. Что хотите, как хотите, но чтобы он сегодня был тише воды, ниже травы. Сделайте укол, пусть спит и из палаты не высовывается. Он уже третий день отказывается ходить на процедуры. У него ломка вот-вот начнется. Тогда дайте ему вот это. Как расслабиться, сделайте укол, а потом к буйным в одиночку. Борис Евгеньевич. Сутки. Я ничего не хочу слышать о нем. Но вы уверены? Уверен. У тебя час на все про все. К 11 тут будет Севастьянова. Покажешь ей всех официальных пациентов. Хорошо. Боря? Леша, ты мне нужен. Я? Я в командировке. С вечера, наверное, буду. А что стряслось? Это не телефонный разговор. Очень прошу тебя приехать ко мне завтра, как только сможешь. Но ты хоть намекни, о чем речь. Дело в том, что Анна узнала в одном из моих пациентов убийцу своих видений. Из-за этого могут быть серьезные проблемы. Проблемы? Проблемы у Ани? Да. У нее и, соответственно, у меня тоже. Понял. Спасибо. А кто вас еще допрашивал по нашему делу? Ну, поначалу один местный следователь, а потом прислали этого вашего Мирошкина. Ага. Он, кстати, мне и намекал, что мне грозит опасность и что меня могут убрать как ненужного свидетеля. А Мирошкин упоминал… Будешь? Нет, спасибо. А Лавриненко? Да, сказал, что знает о нашем, так сказать, сотрудничестве. А раньше Лавриненко не просил кого-то конкретного что-то закупать? Никогда. Я сам удивился. Спасибо. Дал твои контакты, сказал, выбери что-нибудь, что можно закупить, чтобы фору забить. А как он отреагировал, когда фору арестовали? Без особого восторга. Сказал, что попал на огромные бабки, но мне сказал говорить, что я ни сном, ни духом. Баночек будешь? Нет, спасибо. Как мне найти Лавриненко? Ты серьезно? Я уже на Сашиной фабрике была, со всеми, с кем могла, поговорила. Никто ничего не знает. Все было нормально, никаких конфликтов. Ань, да не может быть такого. Они тебе говорить просто не хотят. Ань, ты ему даже не жена. Чего они с тобой откровенничать будут? А знаешь, как в народе говорят? Нет дыма без огня. Вот мне секретарша то же самое сказала. Так и я тебе то же самое говорила. Если мент бывший не пьет, не курит, не гуляет, ну, значит, точно какие-то там дела свои делает. Он, кстати, не объявлялся? E-mail прислал. Чего пишет? Чтобы я не доверяла Леше, что он предатель. Ну, здрасте, приехали. Он еще и ревновать успевает. Нет, при чем тут это? Что-то я совсем запуталась. Саша пропал, ничего толком не объяснил. Леша говорит, что в лепешку расшибется, чтобы спасти Сашу. А ты говоришь, что все мужики козлы. Аня, доверять можно только себе. Вот уж точно кто не обманет. Ты вот как чувствуешь, так и поступай. Да, я знаю. Совет банальный. Но, как говорится, и собственного опыта. Самец всегда как ему удобно сделает. Это ты к чему? Да к тому, Ань, к тому. Не ты первая, не ты последняя. Ну, ты же сама говорила, что у него до тебя баба какая-то была. И наверняка он ей тоже какие-то слова говорил. Потом тебя встретил, и все. Забыл, как звали. Нет, я… Мы… У нас вообще все по-другому. Ага, конечно. Я раньше тоже такой же дурой наивной была, пока переписку своего бывшего в компьютере не взломала. Ох, Анька, счастливая ты. Почему? Да потому что дура наивная. Послушай, мил, поедем на море на недельку. Сейчас же самое время, уже не жарко. Море теплое. Ну что ты молчишь? А что говорить? Ну, не знаю. Ну, скажи, что ты рада, например. Ты вообще рада? Приедешь домой, поговорим. Что значит поговорим дома? Послушай, я, между прочим, старался. Я готовил тебе сюрприз. А Коленьку куда мы денем? Ну, как куда? Ну, подкинем твоей маме. Ну, ты же уже не кормишь. Посмотрим. Послушай, мил, ну ты что, до сих пор злишься на меня из-за своего Атапина? Да не мой он! Сколько можно? Ну, хорошо, хорошо, не твой. Между прочим, по моему приказу мы рассматриваем не только атапинскую версию. У нас и другие есть. Так рассматривайте. Я не генерал, чтобы предо мной отчитываться. Ясно. Поговорили. Ладно, привет. Генералы вас так не расстраивают. С ними попроще. Да и не так важно. Пейте чай, Николай Валентинович. Остынет. Спасибо, Лизочка. Вот здесь, через 3 километра, есть поворот в лес. Уходим с трассы. Здесь в лесу развилка. Нам направо. Тут на джипах нас ждут пацаны от Лаврика. Перегружаем мешки с товаром. И по вот этой вот дороге уходим на Краковскую трассу. Но оттуда возвращаемся на шоссе. Окей. Теперь с тобой. Что-то мне рожа твоя не нравится, парень. Ты меня на свидание хотел пригласить? Да нет. Я просто в твоих глазах страх читаю. А в нашем деле испугался, считай, проиграл. Да ты чё? Кэп нормальный пацан. А я не говорю, что он левый. Я боюсь, что просто в последнюю минуту он сдрейфит. Да не сдрейфит он. Ему эта фура поважнее твоего будет. Смотри, твой человек. Тебе решать. Давай сюда. Значит так. Я ложусь тебе в багажник. При въезде точно не досматривают. Я же сказал, точно. Хорошо. Смотри. Паркуешься вот здесь, поближе к воротам, багажником к стене. Отсюда машину точно не видно. Потом идете с начальником к фуре. Постарайся, чтобы хотя бы один охранник помог вам. Придумай что-то там. Пускай он подсадит вас или поможет передвинуть стройматериалы. Понял. А вы в тачке. У ворот. Как только я открываю ворота, пулей ко мне. Да. Давайте, собираемся. Санитары сообщили, что к ним поступил сигнал с пульта охраны. Кто-то из посторонних проник на территорию клиники. Так это был не пациент клиники? Скорее всего. Но Борис Евгеньевич распорядился показать вам всех, кому разрешены прогулки. Мало ли. А этого постороннего нашли? К сожалению, нет. Но вы смотрите, смотрите. О! Давай сюда. Извините. Смотрите. А я вас предупреждал. У нас есть больные с разными патологиями. Есть наркозависимые, есть с неврозами, с пограничными состояниями, есть с деменцией. Но это не все. Конечно, не все. Насильно мы никого гулять не заставляем. Если вы не найдете здесь этого человека, мы пройдем с вами в корпус. Не допускайте. Единственное, я не смогу вас провести в закрытое отделение. Там у нас тяжелобольные, которым категорически запрещен выход из палат. А сами вы по моему описанию никого не припоминаете? Нет. Его здесь нет. Тогда пройдемте в корпус. Ну все, этого можешь оформлять. Да вы задолбали уже, честное слово, как на работу. Забрали бы их к себе, да и смотрели, сколько влезет. Ирошкин ваш 2 раза приезжал, теперь ты вот… На днях заберут. Я это уже 4-й день слышу. Валентиныч! Да. Что с крузаком-то? Да иду сейчас. Я побегу на счастье рвут. Ты разберешься здесь, да? Ага. Да ну что у вас там стряслось опять, а? Понабирай тут по объявлению. Ну что непонятного сказал? Да. Анют, я тут нахожусь в одном месте. Очень похоже на то, что ты описывала. Люди в черном, синие ворота, бетонная стена, машины стоят. А где она? Спецстоянка. Струнина. Скажи, а машину разбитую ты там не помнишь? Я не помню. Ясно. А ты не видел на этой спецстоянке человека с родимым пятном в пол лица? Да нет, вроде. Это тот, которого в твоих видениях убили? Посмотри среди сотрудников. Да я за этим сюда и приехал. Ладно, будем на связи. Все, мужики, погнали. Я к воротам, а ты, Федь, давай к машине. Мужики, разговор есть. Извини, брат, не сейчас. Нам машину криминальную подогнали. Надо оформлять. В следующий раз, хорошо? А может, ты мне поможешь? А номер там есть? Ну так давай диктуй. Я тебя плохо слышу. Я говорю, плохо слышу тебя. Оформляем. Ждем подтверждения. Да-да. До свидания. На работе он не появлялся, дома тоже. Секретарша на ушах. Она точно на ушах или она делает вид? Да точно, она заяву в ментовку написала, что он пропал. Я когда заезжал, у нее следак сидел. Ну понятное дело, менты пробили рейс, он был в самолете и привет. Что дальше? Может с Жорой побазарить, замом его. Может знает чего. Побазарь. Дай мне. А знаешь что? А дерни-ка ты нашего мента прикормленного. Раз они Давида ищут, будут в аэропорту камеры смотреть. Пусть разузнает. Капельница по той же схеме, понятно? Хорошо, держите. Борис Евгеньевич. Добрый день, Аннушка. Как ваши успехи? Не нашла. Посмотрели всех в реабилитации, в пограничных, к нервным заглянули. Но… Я его видела. Это явно было не посторонний. Аннушка, а это не может быть обычной аберрацией? Это как? Ну, вас преследует навязчивое видение. Это лицо не дает вам покоя. Вы после укола, после сна, в пустом парке увидели человека. Он напугал вас, и вам показалось, что это тот самый убийца. Нет, я его видела. Вот как вас. Руки. Больше у нас никого нет. Я так понимаю, вы показали всех, кто может относительно свободно передвигаться в клинике? Конечно. А у вас ведь хранятся истории болезни пациентов? Может быть, я там могу посмотреть? Мила Аннушка, ну это в какой-то степени врачебная тайна. Ну так и быть. Чтобы вас успокоить, только что вы хотите там найти? Фотографии. Но мы ведь не полиция. Мы не держим фотографии пациентов. Максимум, что вы сможете увидеть, это снимки головного мозга. Ладно, идите ко мне, а я минут через 10 подойду. Он убойных? Еле упаковали. узнаете? Черт, когда он все успевает? Ну, именно поэтому он и не вернулся в хостел. А этих установили? Да. Этот первый, Косымханов, кличка Хан. Наши энские коллеги очень хорошо его знают. Отсидел за убийство, лет 5 назад вышел. А второй – Лялин Игорь Семенович. В полицейской базе о нем не знают. А почему этот в белом халате? Об этом в отчете не сказано ни слова. А почему их отпустили? Предъявить было нечего. Нарушка сказала, что отпустили как потерпевших. Потерпевших? Косымханов утверждает, что это Атапин на них напал. А куда делись Атапин и Чкония? А эти двое вылезли через окно туалета. Потом мы по камерам проследили. На стоянке аэропорта они взяли такси. Таксиста нашли, допросили. Но он говорит, что пока те ехали, все время ругались. Потом Чкония выскочил из машины, Атапин за ним. Продолжали спорить. Потом Атапин расплатился, и тот уехал. А наши ребята не забыли спросить, о чем они спорили? Не забыли. Таксист говорит, что особо не прислушивался, но так, по некоторым фразам, понял, что Атапина интересовал какой-то человек, который его подставил. Послушай, Леонид Михайлович, а тебе не кажется, что нам пора скорректировать расследование? В плане скорректировать? А в плане того ли мы ищем? Я еще Ура! Хочу! Иди сюда! Бабочек в пенку! Хочу еще! Сейчас. Давайте мне! И извините, пожалуйста. Алло? Валя, это я. Скажи, а ты можешь меня познакомить с человеком, который помог тебе переписку взломать? С Эдиком? Ага. Да без проблем. Все-таки проверить своего хочешь? Да нет. Есть одно дело. Может быть, он может что-то посоветовать. Ладушки. Я с ним договорюсь и тебе перезвоню. Хорошо? Спасибо. Ну а почему не предположить, что, говоря о подставе, Атапин имел в виду груз, за который с ним не расплатились? А зачем Атапину отправлять наркоту в мешках с собственным логотипом? Он же не такой дурак, ты в этом уже убедился. Ну, вполне вероятно, что у них канал поставки уже давно хорошо работает, так что они уже и края видеть перестали. А раньше он отправлял стройматериалы в Энск? Нет. Чкония первый раз заказывал. Вот. Видишь? Тогда я не понимаю, кому и зачем нужно устраивать этот цирк с Атапином? А чей информатор сообщил нам про фуру? Мирошкина. Поговорить бы с этим информатором. Откуда птичка на хвосте принесла? Мирошкин здесь? Нет. Вы же его сами в Стропино отправили, чтобы он фуру еще раз проверил. Ну вот, вернется и поговорим. Ну что, мужики? Работаем! Ой, смотри, чтоб твой Кэп нам не помешал. Не бойся. Не помешает. Что случилось? Что хотел? Вань, живот подменишь, я сгоняю в сорти. Ты нормальный? Я документы на крузак оформляю. Да потом оформишь, не издевайся. Ты же не хочешь, чтобы я здесь обделался? Уйди давай, страдалец. А если у них все выгорит? Выгорит прекрасно. Но я должен убедиться, что меня за лоха не держат. Если Кэп не гонит, то за этими синими воротами еще 15 лямов лежат зеленью. Мои 15 лямов. Я должен это кино до конца досмотреть. Ну а если их всех положат? Это их дело. Я Лаврику и Кэпу дал время. Их дело решить вопрос. А мое дело посмотреть, решили они его или завтра будут мне фуфло толкать. Подъехали. Да, Валентиныч? Мирошкина впустишь? Вижу. Ты их во дворе встречаешь? Открывай! Открываю. Лицо попроще сделай, товарищ оперуполномоченный Касатон. Здорово. Здорово, здорово. Это Витя, мой напарник. Вы скоро всем управлением к нам переедете? Слушай, мне что приказали, то я и делаю. Я остановлюсь в этом ряду. Давай, остановись. Отчаянные ребята. Я бы не рискнул. Тебе зачем рисковать? Те, кто накосячил, пускай рискуют. А мы посмотрим. Майор, а что такое? Ха, что такое? Ну ладно, ты уж третий раз. Попов ваш вот только уехал. Леша Попов? Ну. Он-то что здесь забыл? Да то же, что и ты. Фура это чертова. Там подписи штук 10. Только я тебя прошу, побыстрее сделай. Хорошо. Слушай, а может мне билеты начать продавать, а? На экскурсию. От меня начальство требует, чтобы мы ее еще раз осмотрели внутри. Забрали бы ее к себе, да и смотрели. Не жалко вам бензин жечь? Сюда еще фиг залезешь. Слушай, а у тебя стремянки не будет? Чего? Стремянки? Да будь человеком, принеси. Ладно. Вань, принеси стремянку к фуре. Хорошо, бегу-бегу. Документики, будьте добры. И ваши, Паш, тоже. Держи. Давай сюда ставь. Слушай, ты придержи. Помоги, подержи. Игорь, ты поможешь проход расчистить, а? Так у тебя же есть этот… У него спина. Спина? Ну ладно, сейчас. Че, Коля в дежурке? В сортире, прихватил его. Я не понял. В дежурке что, нет никого, что ли? Валентиныч, ты же сам сказал… Бегом на пуль дуй, ты че? Точно помочь? Да, давай. Давай, ты с этой стороны, я с этой. Ну, давай. Тут бывшая пациентка пирог принесла. Сейчас мы, Аннушка, с вами чайку попьем. Вы мне поможете? Вон чайничек вскипел. Да, конечно. Ага. Аннушка, осторожней. Пошли. Это что за... Аннушка, оставьте, бросьте. Да мне не сложно, правда. Точно все в порядке? Все хорошо. Не волнуйтесь, все хорошо. У меня чисто. Чисто? Сеня, давай, работаем. Как там камеры? Чисто. У меня тоже чисто. Окей. Нормально все. А ты пойди глянь, не бойся. Кэп. Ты че, Паша? Сеня, давай беги, открывай ворота. Паша, Кэп! Прости, брат, ничего личного. Просто не хочу, чтобы Туз про меня узнал. Дурак ты, Паша. Тузу тебя давно слила. Что ты сказал? Зря ты. Падла. Ах ты, падла! Паша, давай выходи, помоги. Точно все в порядке. Ой, зря вы пирог не едите. Просто изумительный. Вон там, с верхнего склада. Сэма завалили. Нет. Нет. Нет! Все, открыл! Откуда стреляли? Неясно. Вон там, возле верхнего склада. Кто там у них такой Рэмбо? Из ПМа и с такой точностью. Это вы, походу, кого-то пропустили. Везучий! Сэма завалили! Уезжай! Сигналку! Надо валить! А мент? Мне плевать, сам разберется! Мы не успеем! Проскочим, да возьми! Твою мать! Чё-то с фурой проблема. С головой проблема, не с фурой. Уходим! Там менты! Все. Пойдем отсюда, нечего отсвечивать. Ага. Что случилось? Что происходит? Как только включается тревога, все блокируется. Валим отсюда. Может, подскажешь, куда? Твою мать! происходит? Выходи, Жора, показывай, где. Вот этот подъезд. Номер квартиры. Я не помню, я сегодня раз тут был, когда бригаду для ремонта привозил. Жора, не тупи. Ну. 8-й этаж, из лифта направо, серая дверь. Он через год появился, после того, как я расширился. Поначалу-то кому нужен маленький магазинчик? Ну а я что? Я же не враг себе. Про Лаврика мне с первого дня говорили. Алло, шеф. Похоже, нашел я его нору. Возьми пацанов и решите вопрос. И не упусти его. Давай. Черт, куда же они подевались? Занимайте позиции. Снайпер, держи территорию. Туда не лезем, сами выйдем. У вас 10 минут. Потом мы начнем его по частям выбрасывать, пока не кончится. Я уже связался с руководством. Обсуждают вопрос. Не нервничай. А мне чего нервничать, майор? Это тебе нужно нервничать. Я сказал 10 минут. Ой. Слава богу, это не понадобится. Борис Евгеньевич, что со мной? Ой, пока не знаю. Я видела люди в черной одежде. Кровь, выстрелы. Он бежал по двору. Господи, что это? То же самое видение? Да, но не совсем. Как будто это все происходит сейчас. Ну, вернее, как будто я увидела все за секунду до случившегося. Человек, которого стреляли, у него родимое пятно. Господи, осталось 4 дня. Подождите, куда вы собрались? Подождите, сейчас я проверю реакцию, померяем давление. Вот, смотрите сюда, смотрите, смотрите. Вот. Борис Евгеньевич, а вы считаете, что если я лягу в клинику, у меня больше шансов спасти Сашу? Безусловно. Я согласна. Да, Громов слушает. Мы уже выехали. Если что-то изменится, держи меня в курсе. Все, конец связи. Ну что? Что? Хреново все! Они забаррикадировались в подсобном помещении и взяли в заложники Мирошкина. Требуют транспорт и свободный выезд. Сколько их? Да хрен его знает, Федор! Приедем, разберемся. Восемьдесят шестая. Значит так. Их в квартире двое. Один чхони, он не в счет. Второй парень крепкий. Поэтому открывают. Заходим и валим обоих. Не шумим. В общем, единственный вариант, который я вижу для вас, Давид Леонович, это пойти в полицию, настоять на встрече с руководством, рассказать все как есть. Что? Все. От начала до конца. Лавриненко. О том, как он сказал найти меня. Отправить фуру. О том, как угрожал вам. Как пытались убить. Легко тебе говорить. Расскажи все. Сюда кто-то может прийти? Уборщица, риэлтор.